Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные награды. Открыть колоду. Так, вперед. Что нам там? 5 долларов? 6 баксов выпало. Ну, допустим. Пройти серию испытаний. Так, ну что, я думаю, скоро мы закончим первый круг. Возьмем Армагона, Бакстера, возьму Леонардо, Макмана и, наверное, Майки. Поехали. Ну, Майки я взял сюда как хиллера. Хотя, мне кажется, он здесь не понадобится. Да что ты будешь делать-то, ёк-макарёк. Жаль, я не взял Усаги. У нас бы возможность была две атаки наносить. А ну-ка, с разбега завалишь? Да я не этого хотел, я думал ты... Я думал ты бибопчика ударишь. Ладно, фиг с ним. Так, давай-ка кусанем. Отлично. Так, переходим на вторую волну. Я думаю, здесь на... Ага, массовой атаки нету. Понятно. Значит, отдыхаем. Во, ураганчик. Хлоп. И выжили. Ну ничего страшного, Бакстер, Стокман позаботится о них. Кабан, ты опупил что ли, а? Ты смотри-ка, а? Живой и невредимый стоит и радуется. Нет, я такого себе позволить не могу. Такой роскоши. Так, ладушки, двигаемся далее. Забираем здесь награду. И пошли искать на нашего Крэнга все, что мы сможем найти. А нужно нам в данный момент двое наушников. Поехали. Зеленая колба. Опять зеленая колба. Одни наушники все-таки нашли. Так, нам нужно последний найти. Есть. И теперь давай-ка искать ящики с инструментами. 10 штук нам нужно отыскать. В принципе, они ищутся довольно простенько, поэтому никаких проблем не должно у нас возникнуть. Уже 3 ящика найдено. 4. 5. Ровно половина. Так, ну что, 5 ящиков еще находим и прокачиваем до 5 ступени. Так, это 6. Вот и 7 подошел. 8. 9 и последний. Вот и все, друзья. 10 ящиков мы нашли и прокачиваем до 5 ступени. Шикарно. Ядреный заряд. Так, новый уровень нам пока не прокачать, потому что у нас 11 тысяч мутагена, а нужно 19. Окей. Здесь награду заберем. Поднять уровень персонажа, но это мы сделаем после. Испытание. Ну что, будем фармить? Кто-то попросил пройти вот это вот эксперт. Но я думаю, ребят, ну не стоит проходить, потому что я лучше пофармлю вот здесь. Опа, 30 жетонов сразу же. Так, китайский фонарик. Золотые осколки. 5 долларов. Еще 30 жетонов. Еще 30. Черные очки. О, эксперт снаряжение. Вот это уже хорошо. И последняя попыточка. Еще 30 жетонов. Замечательно. Ну что, а теперь я хочу посмотреть, сбросили нас или нет. Ну, конечно, сбросили. Ранг 32. Нет, ребят, так дело не пойдет. Я должен быть на первом месте. Так что собрались, как говорится, и побежали. А что это у меня Макман первым тут стоит? Я что-то не понял. Макман, ну-ка, успокойся. Лезет он. Армагон. Возьму, например, Ваньку и Зека. Плюс Крэнк. Крис. Хочу вот такой командой поиграть. А ну-ка-ся. Начнем с бомбочки. А теперь валун. Зашибет, нет? Нет, не зашибил. Один бибоп опять остался у нас, но Ванька Сиранка, естественно, ему прописывает сладких лещей, и тот падает. Ну, а мы продвигаемся дальше.
С 32-й позиции мы переходим на 17-ю. То есть, получается, наверное, еще один поединок, и мы обратно в топчик зайдем. Ну, давай возьмем вот эту команду. Например, я Бакс Тростокона, Лео и, например, Супер Шреддера вместе с Железноголовым и Рокзаром. Майки вот это меня немножко смущает, но ничего страшного. Сейчас, может быть, Супер Шреддер его быстренько на лопатки положит. Ага, положил. Ну, от постепенного урона, конечно, он отдуплился. И здесь тоже у нас хорошо. Так, теперь смотрим, на какую позицию мы переходим. Можно было бы, в принципе, эту серию и не записывать, да? Она слишком коротенькая какая-то получается у нас. Итак, шестая позиция, ладно. Ничего страшного. Возьмем, наверное, вот этих ребятулек. Возьму Макмана, Рафаэля, Донни, Майки и Усаги. Такая ядреная смесь у нас здесь получается. Ну что же, уклоняшку? Ну давай сделаем уклоняшку, мало ли там что-то пойдет не так. Хотя это маловероятно. Ну и теперь Усаги, конечно же, делает свой козырный удар с вертушки. На всех опять он повесил постепенный урон. В последнее время он что-то чистит с таким шансом. Это, кстати, очень хорошо. Ну и все. Я так понимаю, мы забираемся на первую позицию. И больше нам здесь делать нечего. А мутагена все равно маловато, да? Чтобы... Маловато. Где мы можем найти мутаген? Скажи мне на милость. Вот где. Конечно же, у нас есть события. Нам как раз не хватает там 2500, ну 3000, скажем так. Сейчас мы этот мутаген набьем и, возможно, на оставшуюся пиццу сбегаем все-таки и добьем первый круг на смятении с другого измерения. 300 мутагена есть. Так, давай далее. Тут можно автобой врубать, в принципе, они сейчас с ним будут легко справляться. Опять мутагеноид, как говорится, получил по полной программе. Мы его уничтожили. Так, 300 было, плюс 600, это уже 900 мутагена. И сейчас... Это сколько у нас получается? Сейчас 900, да, мутагена, по-моему, разыгрывается. Там по 300 же идет. В плюсе, по прибавке. Сейчас посмотрим, покажут нам. Да, 900 и 900, это уже 1800... 1800. И сейчас, по-моему, сколько это будет? 1800 плюс 1200. 3000 мутагена уже будет. Ну, неплохо, я тебе скажу. На! Макмен Топотун раздавил его. Так, 3000 мутагена. И, по-моему, там еще будет последняя за 1500 битва. Вот она. Давай тоже быстренько ее пробежим и прокачаем нашего Кренга на кругленькую, как говорится, циферку. Так, Лео проникающий делает. Оу, он его сразу заколбасил с одной вертушки. Молодец, даже не дал никому больше там поучаствовать в этом поединке. Ну что, где у нас Кренг? Вот он. Ну что, ребята, прокачиваем до 80 уровня. Это очень хорошо. Здесь забираем награды. И теперь я хотел пройти... Даже не то, что пройти, а просто поиграть в смятение из другого измерения. Так, секундочку. Вот сюда. Да, я хотел вот допройти этот круг. Ну и, возможно, зайти на второй. Поехали. У нас с пиццей пока нормуль. Терпимо, я бы так сказал. Так что можно повоевать. Так, маузеры что-то выпендриваются, я смотрю. Не к добру. Ну-ка, плевочек. Плевочек, но не уничтожил он его, понимаешь, плевком-то. Так, здесь забомбили. Давай-ка этого маузера тоже уничтожим. Но здесь лучше массовые атаки, конечно, применять,
чтобы сразу их наказывать всех. Ну-ка, если вот так. Давай ракету запустим. Готов. И, наверное, ее вот так вот, посохом. Слабая атака, конечно, была. Да что ж ты будешь делать-то? Какой этот Бибоп и Рокстеди, а? Крепыши. Просто крепыши. Просто так их не раздавить, не сломить. Причем мы на 20 уровней их как бы сильнее. Но они, видишь, не поддаются. Ну что, получается у нас вот этот вот последний замыкающий, да, уровень. Так, Майки, подожди, ты нам здесь не нужен. И ладно, пускай будет Супер Шреддер. Я хотел на самом деле взять Усаги, но пускай будет пока так. Начинается с массовых атак. Ой, зачем я так сделал? Зачем я потратил суперудар именно здесь? Надо было на второй волне уже тогда применять-то его. Так было бы интереснее, да и толку было бы больше. Да ладно. Всего лишь на одного повесили постепенный урон. Но это нечестно. Это нечестно. Так, минус. Давай-ка муху, наверное, прижучим. В плане ты промо... Шреддер, ты чё? Ну ты молодец. Он взял просто и промахнулся. Не уничтожил муху. Хотя она разбирается вообще с полточка. Молодец, конечно. И еще раз такие фокусы будешь вытворять, я тебя уволю. Так, ребят, ну вот. Переходим к Шреддеру на 6-м канале. Так, давай-ка я Донни, наверное, не буду брать. Возьму Лео, Майки и Ваньку. Майки я здесь взял для того, чтобы хильнуться. Хотя у нас и Леонардо есть, но все-таки лишним не будет, подстраховочка. Так, Змея-Карай. Поехали. Так, ну пол хп сняли, это уже отлично. Так, Маузеры. Да. Восстанавливают полностью здоровье. Дай-ка я Карайку проникающим попробую пробить. Замечательно. Ну а с Маузерами уже попроще. Ну а вот и Шреддер. Классика, короче, выходит. Решил с нами подраться. Один против нашей команды. Вышел деловой. Самоуверенный, конечно, Шреддер здесь. Так, а вот время хила наступило. Тройной укус для начала от Армагона ему. Пол хп сразу снесли. И добивка. Че, не такой крутой, как был в начале, а то вышел такой деловой походкой, да, как Макгрегор. И все, ребята, отдуплился он. Ну и мы проходим с тобой на второй круг. На второй круг. Я хочу, знаешь, куда дойти? Вот до сюда. Хочу с оригиналами подраться. Давай, наверное, вот так сделаем. Хочу оригиналов помурыжить. Так, Зек стоит. Да, у Зека здесь, ребята, ну, понятное дело, у него инициатива. А у эти-то куда лезут? Фунтики, я не пойму. Это еще и провокацию на себя взял. Давай вертушку сделаем, может быть, Зек упадет все-таки от нее. Да, конечно, упадет. Ну что, добиваем? Замечательно. Здесь Хан тоже, да, инициатива у него, наверное, а нет. Слабая, оказывается. Так, нам хил нужен? Да пока вроде бы терпимо, да? Бакстер Стокман добил всех волной. Я удивлен. Наверное, волна такая критическая была, да? С крит уроном. Что они просто все упали. А вот и оригиналы. Так, сейчас я с ними буду разбираться. Майки, подожди, ты нам здесь пока не нужен. Я возьму лучше Усаги здесь. Оригиналы. Тут одна волна, вот это мне нравится. И мы быстренько должны с ними разобраться. Сделать вертушку? Давай сделаем.
Так, шикарно. Теперь попробуем, наверное, сюда бомбануть. Леонардо замедлен. И валуном, скорее всего, добьем. А, Леонардо, конечно же, у него отложена смерть. У него сначала срабатывает защита, чтобы он не умер. А потом уже, когда ты эту защиту сбиваешь, после этого можно, конечно, смело его добивать. Ну, давай сюда пойдем. Макман, Армагон, Бакстер, Лео и Майки. Макмана, кстати, нужно будет быстренько захилять. По возможности. А пока такой возможности нет, будем применять уклонение. Ракеты к бою. Вот, вот, мы можем сейчас в данный момент хильнуться. Только я, наверное, думаю, что не стоит это делать. Здоровье еще вроде бы у него норм. А ну-ка давай, пробьешь. Но этот удар у него мощный. Насколько я помню, у Бакстера, ой, у Макмана. Именно с разбега. Поэтому он, в принципе, любого противника может уничтожить. Крис Брэдфорд попал в немилость. Тут можно просто добить его. Вот Ванька теперь надо как-то... Вау, с удара. Что-то Лео у меня сегодня... Молодец, вообще крошит вражин, только шорох. Ну-ка, плевок. Упал. Маузеры тоже падают. Ну, у нас было классовое преимущество, поэтому с полточка мы их разобрали. Замечательно. Сколько у нас там вообще осталось пиццы? Было, по-моему, 26, если не ошибаюсь. Ага, осталось 20. Давай сюда зайдем. Что тут здесь показывается, как будто у него мало здоровья. В игре же смотришь, вроде бы нормально все. Так, Рафаэль пока отдохнет. Рафаэля я брать сюда не хочу. И это кто у нас там? Крис Брэдфорд, собственная персона, стоит и радуется. Допустим. Так, и два дрона. С этими, с крынгами внутри. Эть. Ушатали. Этого тоже ушатали. И переходим на последнюю волну. Здесь у нас Ксевьер Монтес и Крис Брэдфорд. Вот, в принципе, и все. Команды от вражеской ничего не осталось. Достаточно было сделать Леонардо вертушку. И все сразу же, как говорится, полегли. Так, ну что у нас тут еще есть? Давай сюда зайдем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой командой хочу поиграть. Блин, как меня вот эти вот раздражают. Мало того, что они выглядят противно. Какие-то слизни непонятные. Так еще и стреляют массово по всем. Так, попробуем понизить им атаку. Ну, а теперь можно их спокойно разбирать. На тебе. Последняя волна. Здесь у нас мутагеноид и бибоп. Попробуем заблокировать. Не вышло. Ай, давай валун. Пустим. В плане, бибопчика мы сразу... Ой, ё-моё, бибоп мы сразу снесли. А эти почему-то выжили, охламоны. У них, видимо, знаешь, что было? Отложенная смерть. Только лишь поэтому они здесь выжили. Другого объяснения нету. Давай вот так вот волнуй их всех. А то стоят там что-то. Еще они месть на себя повесили. Ну, нас как бы это не интересует. Так, ну что, у нас вообще всего-всего остается мало. Так, Рафаэль, подожди. Хотя давай возьмем Рафаэльчика. Возьмем Донателло и возьмем Зека. Зека, Влада Зека. Кто там опять у нас? Да, Зек? Тут должен быть мой первым все-таки ходить.
Хотя уровень у нас с ним одинаковый, но я почему-то все равно здесь хожу первым. Ох, ё! Это... Как так, ребят, посмотри. Сейчас уничтожат. Я удив... Я просто, ребят, я, честно говоря, очень удивлен, что они... Что они не стали трогать зэка. Ну-ка, давай-ка маузеров. Наверное, я все-таки поставлю защиту. А у меня что, в этой команде хила нету? Я только сейчас увидел, что мы без хилеров. Прикинь? Мы вообще без хилов пришли. Вот это я лопух. Нам нужно как можно быстрее рух, кстати, уничтожить. Если он сейчас примет свой огнемет. Ну, вряд ли он, конечно, успеет его принять. Давай, Рафаэль. Все, как говорится, от тебя зависит. Да, друзья, это какое-то просто чудо. Чудо, что у меня зэк выжил. Я просто не ожидал, что у него столько от него здоровья. С одной какой-то плюхи. Да, что не говори, а он все-таки ватный. Ну, все, ребята, у меня пицца закончилась. Дальше я не смогу продолжать. Раз, два, три, четыре. Тут четыре этапа всего лишь осталось. Я думаю, в следующей серии мы, наверное, добьем. А следующая серия это когда будет? Сегодня что у нас? Воскресенье, завтра понедельник. Я работаю. Буст, к сожалению, друзья мои, в понедельник у нас не получится. Если только вечером, но там уже будет не буст, а так, обычное прохождение арены. Ну да ничего страшного. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.